Добрый день, всех приветствую. Сегодня в нашей программе Иосиф Самуилович Зисельц, видный еврейский общественный деятель Украины, председатель Генерального совета Евроатлантического еврейского конгресса. Мы сегодня будем говорить об отношениях Украины и Израиля, проблемах Украины, ну и затронем, конечно же, Россию, потому что при той войне и агрессии, которую ведет Россия против Украины, мы никак ее не можем обойти, так как эта тема для нас актуальная. Данная программа подготовлена при поддержке видеоканала Оригинал ТВ. Ну и Иосиф Самуилович, первый вопрос, прокомментируйте, пожалуйста, украино-израильские отношения, вот как они сейчас складываются, в частности, вот та ситуация, которая возникла в ходе голосования Украины в Организации Объединенных Наций относительно резолюции по Израилю. Ну, есть факт, что представитель Украины в ООН Владимир Ельченко проголосовал вместе с еще 13 странами за данную резолюцию. Только Штаты воздержались. По некоторой информации, Украина пыталась предложить перенести голосование, но это не получилось, просто Штаты настаивали на том, чтобы голосование произошло. Оценить все последствия данного голосования непросто, потому что непонятно, насколько Израиль задет этим голосованием. Прежде всего, он задет позиции Соединенных Штатов Америки. Украина для него даже не второстепенный объект, а еще дальше. Больше всего для Израиля важна позиция Америки. Америка не воспользовалась своим правом вето, так как она всегда до этого делала, когда подобные резолюции появлялись в Совете Безопасности ООН. Резолюция Совета Безопасности, в отличие от резолюции Генеральной Ассамблеи, также является рекомендательной, но носит более жесткий характер. Прежде всего, генеральный секретарь ООН должен каждые 3 месяца докладывать о состоянии дел по ходу реализации данной резолюции. То есть это постоянно будет на слуху. Раз. Дальше. Эта резолюция открывает возможности для некоторых стран, которые захотят этим воспользоваться, включать санкции против Израиля различного рода. Уголовный суд международный, основываясь также на этой резолюции и на подаче целых различных стран, может открывать дела против Израиля. Если Израиль, по мнению тех, которые будут подавать в суд, не выполняет решение данной резолюции, заложенной. Израиль не принял эту резолюцию и сразу заявил, что он ее выполнять не будет. И судя по характеру прежних различных решений подобного рода, Израиль действительно не намерен выполнять эту резолюцию. Вопрос идет о национальной безопасности Израиля. Та форма, в которой облечена национальная безопасность Израиля, включает целый ряд элементов. Одним из этих элементов является строительство поселений на спорных территориях. Строительство этих поселений осуществляется не правительством, осуществляется различными инициативными группами поселенческого движения в Израиле. Просто люди приходят в какое-то место, ставят там пару караванов сначала таких передвижных и начинают там обживаться. Как правило, это различные более-менее стратегические высоты в окрестностях Израиля. Израиль обладает очень малой территорией, поэтому для него очень важно раннее обнаружение агрессии против него. Поселения выполняют такую роль. Они частично выполняют роль обнаружения такой агрессии и частично противостояния ей, потому что каждое поселение способно какое-то время продержаться против различных агрессивных вызовов со стороны террористов или даже армии. Поэтому неотъемлемый элемент концепции сдерживания агрессии со стороны арабских стран, а за последние 80 лет арабские страны продемонстрировали уже десяток раз, когда они агрессивно относились к Израилю и хотели просто его уничтожить. Поэтому, в отличие от всех стран, которые голосовали в этот день в Совете Безопасности, у Израиля вопрос стоит очень жестко. Или он существует и есть на карте мира, или его нету.
ни у кого из этих стран нет такого вопроса существования просто физического. Украина, которая проголосовала за, при всех своих проблемах и агрессивной войне России против Украины, с захватом Крыма, с захватом части Донбасса, Украине не грозит уничтожение как страны. Даже в случае поражения в этой войне, не дай бог, чтобы такое было, Украина попадает как бы в большую зависимость от России, но она не исчезает с карты. Израиль же исчезнет с карты, если проиграет эту войну за свое выживание. Поэтому никакая симметричная ситуация не работает при объяснении данного голосования. Нет симметрии. Ни у одной из стран нет такой ситуации, как в Израиле. Дальше. Мало кто знает. Эксперты обязаны это знать. Или они недостаточно компетентные эксперты, или они обманывают тех, кто их слушает. На Ближнем Востоке нет границ, установленных в международно признанном порядке. Не делимитации, не демаркации границ. Это линии прекращения огня во время войн, которые арабские страны развязывали против Израиля. Поэтому о каком нарушении может идти речь? Ну хорошо. О каких нарушениях может идти речь? Есть решение Генеральной Ассамблеи, в которой доминируют африканские и страны Юго-Восточной Азии, мусульманские страны. Эти решения не носят обязательного характера Генеральной Ассамблеи, они рекомендательные. Израиль исходит из соображений собственной безопасности. Кто из людей, которые слушают и интересуются этой проблемой, знает, что предложила Организация Объединенных Наций в 1947 году Израилю и Палестине, когда приняли решение о создании двух государств на этой территории? Кто видел эту карту? Она есть в интернете, посмотрите. Израиль состоит из трех кусочков, соединенных дорогами, и Палестина состоит из трех кусков, соединенных дорог. Вот такая челюсть-полосица. Абсолютно нереализуемый вариант. Нет таких стран, не существует. Чисто умозрительно придумано. Вот здесь больше евреев, это даем Израилю, здесь больше арабов, отдаем Палестине. А то, что это перемешаны эти кусочки, на это никто не обращается, это невозможно было решить. И теперь арабы как внутри этой черты, так и снаружи не хотели создания государства Израиля. И сразу в мае, 14 мая, когда должно было вступить решение ООН, начали войну против Израиля. И с тех пор эти войны не прекращаются. Даже не со всеми странами у Израиля есть мирные договора. В Сирии, например, до сих пор нет мирного договора в Израиле. Это, что такое граница в условиях мирного договора? Это вообще ноль. Просто в Сирии был достаточно жесткий режим. И несмотря на отсутствие договора, режим удерживал эту линию прекращения огня, которая в 1973 году была установлена, когда Израиль, видя наступление на Дамаск, под давлением мировой общественности отступил к этим границам. Никто этого не знает. Но все рассуждают о симметричной ситуации, включая наших дипломатов. Наши дипломаты, еще раз говорю, проголосовали просто как недостаточно состоявшиеся субъекты международной жизни. Они еще дети. В этом недостаточно. Вот большинство голосует так, они присоединяются к ним. Угу. Они боятся остаться в одиночестве. По-настоящему независимая страна, сильная страна, не боится остаться в одиночестве. Израиль продемонстрировал это уже целый ряд случаев таких в истории. Он не боится остаться в одиночестве. Если надо будет, он будет один достаточно долгое время, но он будет настаивать на своих национальных интересах. Единственная страна, маленькая, на Ближнем Востоке, демократическая страна, окруженная враждебными странами, не демократическими, которые хотят ее скинуть в море. Кто учитывает этот фактор? О каком симметрии можно говорить в такой ситуации? Нет симметрии. Вообще аналогии в истории и в дипломатии некорректны. Нет аналогичной Израилю ситуации. Нигде в другом месте мира. Поэтому надо при каждом голосовании учитывать специфические особенности данной ситуации, данной истории, которая состоит из отношений этой страны к другим. Уже совершался целый ряд ошибок международным сообществом по отношению к Израилю. Например, соглашение в Осло, мирное соглашение. Что это такое? Казалось, полная профанация. А люди получили за это Нобелевскую премию мира. Это вызвало волну террора в Израиле. Это надо понимать.
специфику этих отношений, специфику ментальности, идентичности миллионов людей, населяющих те просторы. Если этого не учитывать, невозможно выработать адекватное решение. Украина не думала ни о близких результатах своего голосования, ни о средней дальности по времени, ни о далеких. Вообще не думала, к чем обернется для нее. И теперь она как бы делает хорошую мину при плохой игре. Начинает придумывать аргументы, вызывает израильского посла. А почему вы отменили визит? Никакого предубежденного отношения к Украине у Израиля нет. Израиль отнесся так ко всем странам. Просто Украине не повезло, что должен был быть визит премьер-министра. Значит, сорван визит, это уже плохо. Потому что визит премьер-министра – это подписание ряда договоров. 20 тысяч рабочих из Украины должны было ехать в Израиль на работу. А я не знаю, теперь поедут они или нет. И так была непростая задача решить это. Дальше. Зона свободной торговли должна была в 17 году открыться между Израилем и Украиной, которая больше выгодна была Украине, чем Израилю. Сейчас она может быть отложена на неопределенный срок. Заморожены отношения, они отброшены уже. И вот в этом отброшенном состоянии будут заморожены. Я один из многих людей, из тысяч простых людей, которые работали 30 лет на улучшение отношений между этими странами. Еще со времен Советского Союза, с моего диссидентского еще прошлого. И вот одним поднятием руки некомпетентного дипломата, хотя это было не его решение, а целой группы людей, потому что он вряд ли бы взял на себя такую ответственность. Перечеркнута вся эта работа, отношения отброшены далеко назад, и теперь надо будет долго их восстанавливать, прежде чем развивать их дальше. Хорошо, просто безобразное поведение наших дипломатов. Просто безобразное. Хорошо, скажите, а откуда вообще в недрах ООН родилась вот такая антиизраильская резолюция? Вот почему это произошло? Посмотрите, какие страны входят в ООН. В ООН входит там столько, 190 стран, я не знаю. Но большинство из них это африканские и азиатские страны. То есть страны, которые настроены против цивилизованного мира, исключая его части, как Израиль. Что тут удивляться? Посчитайте, сколько антиизраильских резолюций было. Ни одной страна не испытывает такого давления. А в эти последние годы еще и президент Америки присоединился к этому давлению на Израиль. Что у него были личные видения мира на Израиле, которые я не верю. Я не думаю, что он, если бы он реализовал свой сценарий, это было бы хорошо для Израиля. Думаю, что было бы примерно так же, как с Осло. То есть плохо. И, знаете, хотелось бы добавить, что... Вообще, американская внешняя политика это оставляет желать много лучшего. Мы видим и в Ираке, как это было, и в Ливии, и в Югославии в свое время. Израильская, американская внешняя политика считает... Американцы считают, что все, как они, только отсталые от них. Но это не так. Нельзя насаждать силой демократию в социуме, который имеет совершенно иную идентичность цивилизационную. Это невозможно делать ни оружием, ни без оружия. Это медленный процесс эволюционный, который, возможно, через сотни лет как-то сам решит эту проблему. Нигде это не получилось. Почему здесь должно было получиться? То есть получается, что те же самые африканские страны, вот, которыми являются членами ООН, большинство, да, и вот, скажем так, часть из них, она же тоже и против Украины голосует в ООН, то есть не поддерживает резолюции. Вот, часть против, часть за, часть воздерживается, в зависимости от того, как Россия влияет на какие страны. Угу. Если у России есть отношения, она там поставляет оружие или еще что-то там, то у нее есть рычаг давления на эти страны. Мы видели, как два голосования подряд в комитете ООН и потом в Генеральной Ассамблее присоединилось, было 23 страны за, в пользу России, а стало 26. Значит, три страны им удалось каким-то образом убедить. Но все равно они проиграли это голосование России. Все равно украинская резолюция была поддержана. Кстати, Израиль проголосовал за нее. Да, вот очень он... важно понимать. Вот говорят, Израиль тогда не голосовал за Украину, тогда не голосовал, но он и не голосовал против.
Израиль ни разу не проголосовал против Украины. Он воздерживался. Почему воздерживался, можно понять. В израильской концепции внешней политики есть, как бы, кто его основные центры внимания. И Россия является одним из важнейших центров. Это мощная страна, агрессивная страна, авторитарная страна. И она представляет для Израиля намного большую угрозу, чем Украина. Украина вообще не представляет никакой угрозы для Израиля. Поэтому Израиль считается прежде всего таким фактором, как Россия. Далее. Россия сейчас развернула прямо на границе Израиля. Можно сказать, что Россия сейчас граничит с Израилем через Сирию. Развернула самолеты, аэродромы, радиолокационные станции. Она контролирует небо над Израилем. Израиль это раздражает. И посмотрите, как за 2.5 года происходит динамика изменения отношения Израиля к России и, соответственно, к Украине. С Россией ухудшаются отношения, с Украиной улучшаются. Любой грамотный дипломат, если он таким является, должен видеть динамику. А не говорит, вот нас не поддержал Израиль там в 2014 году. Почему мы должны его сейчас поддерживать? Но Израиль не проголосовал против, а вы проголосовали против. Потому что аргументы ищут задним числом. Динамики не видят. Они вообще плохо понимают ту работу, которой они заняты. То есть очередной уровень некомпетентности в украинской власти. Она в основном вся такая. Учится. Со временем будет лучше. Уже видно лучше. Сейчас она в военном отношении лучше, чем 2.5 года назад. Потому что это жизнь заставила. Или выживайте, или учитесь. И учатся в очень тяжелых условиях, несмотря на массу факторов, которые мешают сегодня, внутренних факторов, и коррупции, и непрофессионализма, и головотяпства. Воюют люди, потому что защищают свою страну, и потому что к ним ездят волонтеры и привозят им все необходимое. У них есть контакт с народом не через своих командиров, а через волонтеров, которые постоянно, каждый день приезжают на фронт. Привозят им продукты, одежду, приборы, боеприпасы, все. И так с первого дня войны. И те, которые находятся на передовой, в основном благодарны именно этому гражданскому обществу Украины, а не власти. И не воюют не за власть, а вот за эту новую часть Украины, за гражданское общество, которое сегодня определяет будущее Украины. Ни президент, ни кабинет министров, ни парламент не определяют будущее Украины. Это старые, заржавевшие, нереформированные институты государственной власти. Гражданское общество давит на них, чтобы они реформировались. И они со скрипом большим что-то делают, многого не делают, что нужно им делать. Если они не подтянутся до уровня гражданского общества, будет еще один Майдан. А как иначе? Майданы происходят из-за несоответствия уровня идентичности гражданского общества, а это сегодня уже 7, 8, 10 миллионов человек в Украине, и старых нереформированных институтов власти. Возникает антагонистическое противоречие между этими двумя структурами, и оно вырывается в виде Майдана, в виде протеста массы людей, в виде пассионарности такой и огромной энергетики. Так что дипломатия, увы, очень консервативная часть государственной работы. Очень консервативная. А Ельченко Владимир, к тому же еще и сын одного из секретарей Центрального комитета Коммунистической партии Украины. То есть он с детства вобрал в себе отношение, это, что Советский Союз дружит с арабами, а не с Израилем. А Израиль это враг для Советского Союза. Я думаю, что у него до сих пор по инерции есть это. Он с некоторыми, думаю, даже облегчением поднял руку против Израиля. У него не было внутреннего протеста против этого. Ну, это я предполагаю, у меня нет доказательств. Хорошо, вот скажите, ну вот как человек, который действительно является профессионалом, вот одним из лучших, скажем так, в Украине специалистов в области украино-израильских отношений, вот каков ваш совет украинским властям? Что нужно сейчас сделать, совет, чтобы выровнять эту ситуацию? Вы не хотели моего совета, они меня спрашивали. Они сами все считают, что они сами все хорошо знают. К сожалению, нет, не знают они. И не только во внешней политике. Масса направлений, важных для развития государства, обслуживается государством точно так же некомпетентно, как и дипломатия. Я понял. Ну, давайте, вот, может быть, мы их немножко пожалеем все-таки, но... А что не так... жалеть? Я здесь живу. Жизнь наша зависит от того, как быстро они реформируются.
если они не реформируются, будет проблема для Украины. Мы можем проиграть эту войну с Россией, если они не реформируются и не подтянутся до уровня гражданского общества. Почему я их должен жалеть? Гражданское общество не должно жалеть, нужно требовать от власти выполнения ее обязанностей. Как я шучу, теперь над каждым парламентарием стоит три представителя гражданского общества и пинают его, чтобы он принимал правильные законы. Пишут для него этот закон и заставляют принять. И над каждым министром стоит три общественника и тоже его пинают, чтобы он выполнял этот закон. Ну хорошо, как вот нам, например, в Украине вот, быть в данной ситуации? Нормализовать отношения правильно, с Израилем? Правильно анализировать ситуацию. И конкретную, и общую. Изучать историю того региона. Если вы хотите знать что-то на Ближнем Востоке, знайте его историю, знайте особенности, знайте менталитеты этих людей, которые живут в нем. Без этого вы беспомощны. И дипломат должен это все знать. Иначе он не дипломат, а чиновник, сидящий вот на этом месте, который, что он есть, что его нету, неважно. Изучайте, анализируйте, делайте выводы. Кто ваши друзья будущие, а кто ваши враги потенциальные. Если Украина хочет стать частью цивилизованного мира, частью Европы, она должна понимать, что в мире есть определенное противостояние идентичности европейской и евразийской, европейской и юга. А есть такая идентичность? Если это противостояние не учитывать, разницу в этих ментальностях, хорошо, а если... то непонятно, а где наше место? Может быть, наше место там вместе с арабскими странами? Чего вдруг? Хорошо, а вот вы сказали, что существует европейская, понятная идентичность, азиатская, а вот евразийская идентичность, что это такое? Вот именно евразийская идентичность. Россия, яркий пример евразийской, авторитарная идентичность. Так это все-таки к азиатам, или это не совсем азиатская? Это не совсем азиатская, это евразийская, потому что задета была не Европа эта часть. И сформировалась за сотни лет определенная идентичность, которая переходит только из одной формы в другую. Была царская Россия, империя, Российская империя, потом Советский Союз, сейчас вот та Россия, путинская Россия. Это различные формы одной и той же евразийской идентичности. То есть это, скажем так, азиатский режим, иными словами, на территории это Европы? Это не совсем азиатский, но одна из разновидностей, да. Потому что мы видим, что Китай там иной, Индия иная, и арабские страны иные, а все-таки это православная страна, которая имеет авторитарные замашки. Причем замашки, сидящие на уровне подсознания массового. Без авторитарной власти Россия жить не может. Украина может жить без авторитарной власти. Молдова, казалось, может жить. Грузия тоже может жить без авторитарной власти. А Россия не может жить. Вот это и есть отличие идентичности. Эти страны, которые могут жить, постепенно сдвигаются в сторону Европы. Это как от айсберга откалываются льдины, от айсберга империи откалываются страны, оставляя там куски свои в объятиях империи. Вот как Финляндия откололась в свое время, 100 лет назад, да? Кусок оставила Карелию до сих пор в составе России. Польша ушла, оставила. Прибалтика ушла, часть оставила. Венгрия, Румыния, все оторвались, но часть оставили. И ушли в свободное плавание, в демократический мир. Сейчас Украина отрывается. Вот эта волна модернизации накрыла, модернизации мира, накрыла сейчас Украину. И она отрывается от империи. Тяжело, больно отрывается. Но отрывается, никуда не денется.